прошлом выпуске мы выяснили, как распространилась эпидемия некроморфов, непонятных инопланетных существ, оживляющих мертвецов. Мы узнали, как пала колония на Эгиде 7 и как зараза перебралась на Ишимуру. Теперь настало время вернуться к команде USG Kellion и разобраться в остальных моментах истории. Выяснить, откуда взялся маркер, кто такие юнитологи и Майкл Альтман, а также понять, какое отношение ко всему этому имеет правительство. Айзек Кларк застает Ишимуру в критическом состоянии. Практически все системы корабля либо вышли из строя благодаря разыгравшемуся хаосу, либо были саботированы доктором Каином. Лишь благодаря начальнице безопасности Алисе Уинстон Ишимура еще не врезалась в Эгиду-7. Она успела включить стабилизатор. Однако главный двигатель не работал, и Ишимура, прикованный к гигантскому куску планеты, который некогда собирался потрошить, под действием притяжения дрейфовал в сторону Эгиды-7. Соответственно, первостепенной задачей Айзека становится перезапуск двигателей Ишимуры и восстановление гравитационной центрифуги. Хэммонд и Кендра, отправившиеся на мостик, постоянно подвергались нападениям и в результате оказались в разных частях корабля. Хэммонду, борясь за жизнь, даже пришлось пожертвовать одной из немногих оставшихся спасательных капсул. Он запер там одного из некроморфов. К тому моменту, когда Айзеку удается скорректировать орбиту корабля, Ишимура уже попадает в астероидное поле, образованное в результате потрошения планеты, и Айзеку приходится пробираться к оборонительной турели, чтобы, пока Хэммонд чинит автоматические системы, вручную сбивать приближающиеся астероиды. Попутно выясняется, что инопланетные биомассы, облепившие стены Ишимуры и колонии, для успешной жизни нужна особая атмосфера, которая ускоряла бы рост ее рекомбинантной ДНК. Однако, что хорошо некроморфу, то человеку смерть. Команда начинает медленно задыхаться. Выясняется также, что источник непонятной биомассы находится в отсеке гидропоники корабля. Айзек пробирается сначала в медлабораторию, где создает яд против заразы, а потом находит само существо. Оно оказывается настолько огромным, что яд лишь частично решает проблему. Добивать биомассу приходится по старинке плазменным резаком. Выясняется, что далеко не все члены команды погибли. Айзек постоянно находит сошедших с ума или почти расставшихся с надеждой на спасение членов экипажа Ишимуры. Несколько раз на связь с героем выходит его подруга Николь, но сообщения быстро обрываются. Айзек, сделай нас единым. Также Айзек встречается с Чалусом Мерсером, вторым по рангу ученым на корабле, который явно съехал с катушек. Я, доктор Келус Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь в неизбежное. Он выпускает на Кларка созданного им в лаборатории некроморфа Хантера, которого невозможно убить, поскольку тот постоянно регенерирует, но инженеру удается найти подход и к нему. Тем временем Кендра приходит к выводу, что без посторонней помощи проблему не решить. Она предлагает послать сигнал помощи, закрепив маяк на астероиде, который расщепляли на горнодобывающей палубе, и вытолкнув тот в открытый космос. По ходу Айзеку вновь попадается живая и здоровая Николь, которая сначала помогает ему, но впоследствии без объяснения причин уходит. С запуском маяка в секторе тут же появляется военный корабль USM Valor. Говорит USM Valor. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэлланд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Valor... Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы.
Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Айзек на всех парах мчится к антенне и попутно освобождает Ишимуру еще от одной гигантской гадости, которая блокировала передачу сигнала. Но все старания напрасны. Прибывший военный корабль уже заражен. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать тебе. Слушайте. Я отменяю эту миссию. Задницу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Айзек направляется на разбившийся корабль, чтобы раздобыть необходимую деталь для двигателя. Внутри он видит последствия жестокой бойни. Даже военные не смогли ничего противопоставить некроморфам. В ходе поисков ядра на связь с героем выходит наш старый знакомый доктор Каин, который убеждает Айзека, что нужно не просто бежать с Ишимуры, но и вернуть артефакт обратно на планету, иначе весь мир обречен. Дэмонд считает столь скорое появление военных непростым совпадением. Айзек, рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлора. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против нас, Айзек! Против Ишимуры! Вскоре Айзек находит подтверждение догадкам Хэммонда. Бортовые записи, из которых становится ясно, что военный корабль правительства не просто так оказался в системе. Его задачей было наблюдать за событиями издалека, появиться, когда станет ясно точное местоположение Ишимуры, захватить артефакт и арестовать виновных в его поднятии. Также любопытно, что в документах, найденный на USM Вейлор артефакт, назван маркером 3А, хотя сами юнитологи считали его вторым. Наконец, Айзек находит необходимую деталь, но Хэммонду это уже не поможет. На глазах у Кларка здоровенный некроморф разрывает товарища на части, да и сам он еле уносит ноги со взрывающегося корабля. На пути к спасательному шаттлу на палубе в административном секторе Ишимуры Айзек находит записи Мерсера и капитана Мэтьюса, которые позволяют чуть больше понять связь юнитологов и маркера. Да не испугают вас физические методы трансформации. Вскоре вы станете выше любой физической формы. Постепенно становится окончательно ясна картина произошедших событий. В тот момент, когда на планете был найден маркер, юнитологи воспользовались своим влиянием в корпорации Си-И-Си и приложили максимум усилий, чтобы на борту Ишимуры оказалось как можно больше последователей церкви, включая командира корабля. Их первостепенной задачей было привести реликвию на Землю, где, как они считают, 200 лет назад Майклом Альтманом был найден оригинальный черный маркер. Они винили правительство в том, что те скрыли правду и убили Альтмана. Чуть позже доктор Каин рассказывает немного больше, и становится ясно. О том, что было найдено на планете, мы знаем далеко не все.
церковь! Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло! Не знают, что они выпустили на волю! Смотри, смотри, смотри! Смотри на это! Вот, что мы нашли внутри планеты. Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! Но Амелия, она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста, прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей вины. Теперь мой долг положить этому конец. Искупить свой грех. Но ты можешь помочь мне. Если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него обелиск, мы остановим это. Навсегда. Теперь стало ясно, почему эпидемия началась именно в момент взлома Эгиды-7. Хайв-майнд был освобожден из клетки внутри планеты. А маркер, сдвинутый с пьедестала, больше не мог его сдерживать. Кларк помогает Каину найти навигационные карты, восстановить челнок и погрузить на него маркер. Неожиданно появляется Кендра, убивает Каина и похищает корабль. Выясняется, что все это время она была агентом правительства. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду-7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. На сцене вновь появляется Николь, подруга Айзека. Она вещает нечто о единстве и перерождении и убеждает Айзека перехватить контроль над челноком, дабы вернуть его на Ишимуру. Кендра бежит с шаттла в спасательной капсуле и проклинает Кларка. Айзек спускается на поверхность Эгиды-7 и возвращает маркер на пьедестал, чтобы подавить хайв-майнда, управляющего некроморфами. Но, конечно, все это было бы слишком просто. Оказывается, Кендра весьма успешно приземлилась на планете и от планов заполучить маркер не отказывается. Кроме того, она открывает Айзеку глаза на все произошедшее, и оно оказывается не таким очевидным, как считали все замешанные в истории. Айзек, ты же не думал, что я вот так поступлю, да? Я забираю обелиск. Жаль. Ведь ты начинал нравиться. Даже с учетом того, что ты чокнутый. Что, ты мне не веришь? Взгляни на себя. А лучше посмотри еще раз ту запись от Николь. Только на этот раз до конца. Айс, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Вы дочь, тебе по-настоящему. Нужна лишь такая мелочь.
Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Кендра пытается забрать маркер и сбежать. Но тут на сцене появляется тот, о ком говорили все это время. Хайвмайнд размазывает Кендру по взлетной площадке, а Айзеку приходится бежать с планеты, попутно отстреливаясь от монстра размером с дом. В это же время в планету врезается кусок Эгиды-7, который поднял в космос Ишимура и держал, пока Айзек не сломал этот механизм. В итоге Айзек, то ли окончательно сошедший с ума, то ли переживший главный кошмар своей жизни, направляется подальше от кошмарной планеты. Привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Как мы уже знаем, события на Ишимуре и в колонии описываются еще и в мультфильме Dead Space Downfall, комиксах Dead Space Extraction, а также в тире для Wii и PS3 с таким же названием. Каждое из произведений рассматривает ситуацию с разных сторон и дополняет картину деталями. Комикс Extraction показывает катастрофу с позиции подруги Айзека Николь Брэннон, которая была старшим медиком на Ишимуре. Из комикса мы узнаем о прошлом Айзека. Он был сыном кораблестроителя и поклонницей юнитологии. Его мать тратила все деньги семьи на повышение своего ранга внутри церкви, и Айзек не захотел идти по ее стопам. Он решил учиться на инженера и добился немалых успехов. Также, как выяснилось, он уже служил на Ишимуре ранее, где и познакомился с Николь. Как мы знаем из оригинальной игры, после начала эпидемии она кончает жизнь самоубийством, чем и заканчивается комикс. Одноименная игра Dead Space Extraction дает взглянуть глазами Сэма Келдвелла на основополагающий момент поднятия маркера с пьедестала и, опять же, на начало эпидемии. В конце первой же главы Сэма убивает охрана планетарной безопасности, так как оказалось, что он убил немало своих сослуживцев, думая, что они некроморф. Остальная часть игры проходит в команде двух старых приятелей. Детектива Нейтана Макнила, сержанта охраны Гейба Веллера и Алексин Мердок, подруги погибшего в первой главе Сэма Колдуэлла. Спасаясь от нашествия некроморфов в колонии, они первым делом направляются к шаттлам, чтобы улететь на Ишимуру, но застают там уже известную нам неприятную картину. Look!
There's one taking off now. There's a sight for sore eyes. Wait. Something's wrong. She's gonna crash. Get down! People dead. Every shuttle in the bay destroyed. Damn it! Baines and Hutchins were in there. God damn this fucking place! К счастью, неподалеку они находят Уоррена Эркхарта, руководителя всей операции по изъятию маркера, у которого был персональный шаттл. На нем они и пытаются добраться до планет Кракера. Но на Ишимуре было принято решение не пускать шаттлы из колонии, из-за чего героям приходится с боем прорываться на корабль. I'm sending it down on the Ishimura's hull. Brace yourselves. We're too fast. Mind those blasts. Jesus God! Watch out! Here we go! No! Hang on! Hang on! Shit! People! Brace yourselves! Brace! Поняв, что и тут дела плохи, они бросают все силы на поиски спасательных шаттлов, дабы сбежать уже с Ишимуры. В ходе поисков Веллер выясняет, что Эркхарт — юнитолог, который поставил на все значимые роли в операции других последователей церкви. После же его главной задачей было найти человека, у которого иммунитет к воздействию маркера, и существует возможность, что он же спасет от него остальных. Юнитологи полагают, что этот человек — девушка Лексин. Эта информация оказывается настолько секретной, что Эркхарт пытается убить Веллера, но тщетно. Старого вояку так просто не взять. He must be pretty pleased with yourself. Please, Sergeant, I'm not an arrogant man, merely devout. My reward will... Sorry, Eckhart. You really were an asshole. But I guess nobody deserves to die like that. Not even me. В итоге команда спасается и улетает на шаттле с Ишимурой незадолго до посадки USG Kellion с Айзеком на борту. Но, как обычно это бывает в историях вселенной Dead Space, заканчивается все не очень хорошо. Space 2 уже вышел DLC с участием Гейба и Лексин, так что в этой трагедии они выжили. Но все-таки, даже после прохождения всех игр и прочтения комиксов, многие детали истории остаются неясными. Что же это за черный маркер, найденный на Земле 200 лет назад? Почему юнитологи так им одержимы? Из-за чего все вокруг него сходят с ума? Какого черта маркер на Эгиде 7 красного цвета и при чем тут правительство? Обо всем этом в продолжении нашего рассказа.